Аплодисменты, аплодисменты, еще раз аплодисменты! Браво, фестиваль! Браво нашим гостям! Вадим Ростяцкий, вам отдельное браво, потому что, ну, да, поздравляюсь. Приготовьте овации. На сцене Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской краевой филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Аплодисменты! Теперь аплодисменты становятся громче, к ним присоединяется Music Band Rock Soul! А вместе с ними скрипач, виртуоз Самвел Айрапетян! Аплодисментов очень много, музыка, кино. Для вас фестиваль. Второй день продолжается музыкально. Четвертый раз аплодисменты. Встречаем! Thank you.
сейчас, позвольте, я вас приру и объясню аудитории, куда пропал маэстро. Он ни в коем случае не испугался такого количества. Вам понравилось? Да! Так, нет, ну так нет. Вам понравилось? Вот. С урванным голосом за два дня эфира мы сообщаемся об этом. Да, я расскажу, куда делся Самвел. Его ни в коем случае никто не напугал. Я много раз выступал с маэстро и видел, как рвутся струны на скрипке. Все, да, со времен Паганини. Да, только все получилось вживую, разрывая струны. Полезное действие для энергетики фестиваля. Самвел, можно несколько слов жителям города Анапа? Добрый вечер, Анапа! Спасибо огромное! Спасибо большое вам за ваши аплодисменты, за такой теплый прием. Спасибо большое. Хочешь проверим? Вот чтобы тебе было приятно. Можно я сейчас попрошу поаплодировать тех людей, которые знают Самвела до сегодняшнего дня? А которые... Спасибо! Подожди, а которые не знают? Ну, смотри, примерно 50 на 50. А теперь да. Смотри, а есть те люди, которым нравится Самвел? Все, продолжаем. Самвел, рок-соул и Государственный эстрадно-симфонический оркестр для вас фестиваль! Спасибо огромное, спасибо большое, Андрей, спасибо, Соколов. Спасибо огромное. Ну а, друзья, мы продолжаем нашу музыку кино. Следующая композиция из кинофильма «Жестокие игры».
Спасибо огромное. Спасибо большое. Ну а следующий Палладио. Спасибо большое, друзья. Спасибо огромное. We'll be right back.
Спасибо большое, друзья. Оркестр Краснодарской филармонии под управлением Владимира Павловича Кузьминского. Группа «Воксол». Спасибо большое, друзья. Следующее произведение хотим для вас исполнить саундтрек из кинофильма «Такси». Слышу, что смотрели. А также он использовался в фильме «Криминальное чтиво». Специально для вас. И только сегодня. Композиция, истинное название композиции — «Мистер Лоу». Греческая композиция. Я знаю, что в Анапе очень много греков, правда? Специально для вас, для всех.
хочу вновь пригласить на эту сцену нашего гладиатора Вардан Балаян. Саундтрек из кинофильма «Гладиатор». Оркестр Краснодарской филармонии, дирижер Вадим Кузьминский. Друзья, любители рока есть? Led Zeppelin. Кашмир.
соло на гитаре Геннадий Карапетян. Thank you.
Спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Ну, а сейчас хочу исполнить «Дорога», называется «Дорога без конца». Композиция, песня Альберта Асадуллина. В песне поется о том, что нами движет только любовь. Ведь действительно, нами движет только любовь, потому что любовь к музыке, к детям, к семье – это самое важное чувство, я считаю, в нашей жизни. И как бы дорога у артиста, она на самом деле без конца. Мы сейчас продолжаем путь в другие города с концертами. Спасибо большое вам за ваше внимание, за вашу энергетику, за ваши аплодисменты. Ну, в завершении концерта «Дорога без конца».
пожалуйста, не отпускайте его без еще одной порции аплодисментов. Браво! Спасибо огромное. Спасибо большое. Гости сегодняшнего дня фестиваля. Государственный эстрадный симфонический оркестр Краснодарской краевой филармонии Григорий Федорович Пономаренко, дирижер Вадим Кузьминский. Ваши аплодисменты, друзья! Вадим Ростиславович, спасибо большое вам. Music Band Rock Soul, браво! Ну и, собственно, маэстро сегодняшнего вечера, скрипач виртуал Самвел Арапетян. Спасибо большое вашей команде, потому что для города Анапы действительно радость принимать таких гостей. Спасибо огромное, возвращайтесь как можно чаще сама. Друзья, ну на этом не кончится. Да, аплодируйте, аплодируйте. Они туда не уйдут без большой порции аплодисментов, это правильно. Они заслужили гораздо большего. Спасибо большое вам. Давайте все задние ряды, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим аплодисментам. И эти люди этого достойны. Вот такое яркое продолжение фестиваля «Амор-фест». Владимир Александрович, это для вас. Это для вас, маэстро на сцене. А вы не видели, как он танцует? Он прекрасно танцует. Но пользуясь случаем, у нас сейчас будет небольшой перерыв, технический перерыв, для того, чтобы сцену приготовили к следующему выступлению. А, надеюсь, ни для кого уже не секрет, мы сегодня, на протяжении всего дня, с Пашей Майоровым на радио Анапа 104.5 FM. Паша Майоров, вот, похлопать ему. А голос того красивого человека, которого вы слышите, он танцует. Паш, без тебя здесь одиноко. Да, будет веселее. Так вот, мы весь день рассказывали о том, что на лаунж-зоне, на пляже у нас будет выступление пианиста, виртуоза. Мы от скрипичных дел переходим к делам классическим, фортепианным. Так вот, сегодня у нас в гостях будет Олег Акуратов. Это финалист проекта «Голос». Подробнее с ними познакомлю вас через мгновение. Все готовится для выступления Олега. Выступление его с лаунж-зоны перенесено сюда. Мы понимаем погодные условия. Об этом вот немного позже. Пока пользуюсь моментом, напоминаю, что каждый день до 23 мая мы будем до Анапы, если кто... А есть те, кто с утра с нами? Похлопайте, пожалуйста. Идем в концерт скрипача-виртуоза, конечно же, Самвела Арапетяна. Ага. Ой, люди довольны. Все соскучились по концертам уже, да, ходить? Да, соскучились, потому что концертов давно не было. И сейчас нас ждет еще одно представление. Уже будут пианисты выступать. Правильно? Да, да. Пойдем посмотрим. Yeah.
Пьеса называется «День рождения в Анапе».